Друзья, привет! Давайте пробежимся по моей новой покупке. Я выкладывал в телегу, там ВКонтакте было куча вопросов. Почему, как, для чего. Первое. Ребята, смотрите. Сечение проводов. С мой палец. Можно сказать, ни у одного производителя такого нет. Идут обычно какие-то тоненькие провода, которые вечно греются, отваливаются. Здесь нормальная вилка. Что на самом регуляторе, что на тене. Смотрите, тен плоский, а это самое главное, сюда ничто не будет забиваться, очень удобно мыть, согласны? Также вилка мощная. Давайте пробежимся по регулятору, из-за чего я его взял. У меня был предыдущий там какой-то, не помню, от Люксталя. Почему взял дом спиртовский? Смотрите, здесь регулировка. От 5 до 245 вольт. Точность стабилизации плюс-минус 1 вольт. Система охлаждения вот с таким радиатором. Бешено просто. Мощность 3,5 кВт. Напряжение 85-245 вольт. Мне это подходит, потому что у меня больше 240. Из-за этого всегда были проблемы. Способ регулировки выходного напряжения фазовый здесь. Это очень большой плюс. Ну, корпус что? Корпус из нержавеющей стали. В принципе, это идеальный набор, который сейчас можно купить на маркетплейсе. Ребята, там тем более скидки есть. Шикарно. Плюс присутствует контроль качества. Фамилия, имя, отчество и дата. На каждой упаковке. То есть на тене, на регуляторе. Об этом можно не переживать. Все приходит в коробке. В большой коробке. В нем отдельно в коробке лежит тен. И отдельно в коробке лежит регулятор. В следующем видео буду перегонять спиртосодержащую жидкость. С помощью вот этого тена и этого, вот этого регулятора мощности. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Я убавляю на 3 киловатта. Мало. Добавим. Добавим. Вот так вот. 3,2 киловатта.